Еще одна интрига рождения дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко раскрыта. Счастливые родители перестали скрывать имя девочки. Как оказалось, влюбленные выбрали для наследницы популярное в наши дни и очень красивое имя Милана. Реакция общественности на оглашение имя ребенка оказалась разной. Большинство поклонников искренне рады счастью Дмитрия и Насти, а также считают, что имя Милана очень красивое и идеально подходит их дочь, ведь будет замечательно сочетаться с фамилией ее папы. Другая группа интернет-пользователей нашла прекрасный повод пошутить над молодой семьей. Они выразили сожаление, что Дмитрий и Настя назвали дочь не Ольгой. По их мнению, Ольга – самое лучшее имя, ведь именно так звали предыдущую жену футболиста.